Очистить от снега парковки и остановки общественного транспорта. Такое поручение дал замглавы администрации Владимир Бурмистров после выездного совещания 15 февраля. Администрация города регулярно контролирует, как убирают дороги, дворы, в поле внимания ведомства и парковочные пространства. Выпало огромное количество осадков, которые как бы заполнили парковочные места. В данный момент ведутся работы по исполнению обязательства Ростелекома по уборке своих парковок, и контролируется это даже собственным присутствием, потому что хотелось бы лично видеть и смотреть, как исполняет инвестор свои обязательства. В рамках объезда территории Советского района замглавы отметил неудовлетворительное состояние платных парковок, которые находятся в ведении инвестора Ростелекома. С начала зимнего сезона управление транспорта фиксирует ненадлежащее качество уборки снега и платных парковок. И за этот период составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. Поручение Владимира Бурмистрова уже сегодня принято к выполнению. Почищены парковки на улицах Радищева, Полонского, Введенской. Главным препятствием для качественной уборки на настоящий момент являются припаркованные на долгий срок машины. Хотелось бы обратиться к жителям за помощью, чтобы город наш был чище, включая платные парковки. Просим вас сегодня такие улицы, как улица Урицкого, Садовая, Чапаева, частично Вознесенская. Очень много припаркованных машин. Сегодня припаркуйте свои машины на других свободных местах, чтобы инвестор попытался исполнить качественно свою уборку. На тех участках, где сегодня планируется уборка, ставят таблички, предупреждающие водителей о предстоящей работе техники. Для собственного удобства рекомендуется оставить автомобиль в альтернативном месте, чтобы уже завтра получить очищенные от снега парковочные места. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Анна Герцовская, телекомпания «Город».